Алло, привет всем. Еду с работы, катастрофа в Алабаме, снег идет. Стихийное бедствие. Двигаемся со скоростью 0-1 миля в час. Вот. Шипов, естественно, и зимних колес нет. Так что трафик. Школы закрыты. Сейчас всех детей срочно разбирают по домам. Все родители получили им сообщение из школы, чтобы забирали детей, автобусы ездить точно не будут. Вот, все работы закрываются. Вот, смотрите, с какой скоростью я двигаюсь. Вот, если видно вам машины. Только что скорая по средней полосе проехала, значит, где-то авария уже. Приходится двигаться очень медленно, чтобы, если машину несет, чтобы ты не был виноват, тот, который сзади. Вот, ну, смотрю, сзади один там наступает на меня, вон, если увидите, он наступает на меня, но я строго держу дистанцию. Вот, если вам видно боковое стекло. Упс. Буду ехать медленно-медленно. Так что часа через полтора дома буду, хотя ехать тут всего 10 минут мне домой. Надеюсь, часа через полтора буду дома, потому что еду уже 40 минут. Расстояние, которое, ну я не знаю, сколько тут, миля, наверное. Хорошо, если через полтора часа буду дома. Вот такие вот дела. Вон боковое стекло показывают, наступают сзади. Покажу я эту сторону. Вот все движутся с такой скоростью, как я. Кому нужно съехать, вот видите, влево есть средняя полоса, по которой только что проехала скорая и проехали чистильщики на какой-то таком, как карт. Вот. Так что вот дождались и мы снега. Вон идет кто-то посредний, или не посредний, но мигалка. Куда-то хочет повернуть, значит. Вот, ну буду выключаться. Ничего особо интересного будет. Вон там вдалеке, если видно, машина будет. Сейчас дорога немножко вниз пойдет с горы. И там вон видно, машины все стоят. Так что вот такие вот дела. Весело и нам тут. У колеса-то у всех без шипов, поэтому я не знаю. У меня в мой subdivision будет немножечко под горку. Ну, посмотрим, как это получится. Остальное все вроде бы более-менее равнинно. Ну, ладненько, давайте всех целую. Сейчас покажу еще. Всех целую. Всем пока. Снег в Алабаме. Пока-пока.